зиму и мороз нипочем. Житель Казахстана Сергей Спринсян свои 57 планирует дожить до 200 лет и снова стать папой. По его мнению, это сделать легко. Главное, ежедневно бегать на морозе и не забывать про специальную дыхательную гимнастику. Назар Ахмаров пообщался с атлетом. 500 вдохов и выдохов ежедневно, даже при минус 40. Морозный воздух – залог долголетия, считает марафонец Сергей Спринсян. Он сам разработал дыхательную гимнастику. Какие упражнения продлевают жизнь, уверен спортсмен. Я тот человек, который человечество давно ищет, чтобы продлить хотя в среднем 200 лет жизни. Хотя в среднем 200 лет минимум. Максимум 300-350. После гимнастики пробежка. Итог: за последние четверть века у Сергея не было даже насморка. Здоровье, в том числе и мужское, только крепнет. Отец 9 детей не прочь снова стать папой. Если она согласится, чтобы далее продолжать, то я думаю, до 10 мы бродим еще. 57-летний марафонец планирует найти последователей. Пока, правда, увлечь земляков не получается. Да и медики говорят, такая гимнастика отнюдь не безопасна. Это может привести к острым респираторным инфекциям, к воспалению. Это может быть возникнуть ангина, фарингит может развиться, ларингит может развиться, трахеобронхит может развиться, вплоть до пневмонии может привести. Но врачам Сергей не верит и смеется. Вот лет через 100 в чудодейственных свойствах его методики удостоверятся все. Тогда не то что весь Павлодар, весь мир за ним побежит. Назар Ахмаров, Руслан Сасиков, новости Содружества.